Всем привет! Сегодня готовлю лечо на зиму. Лечо по этому рецепту получается таким вкусным, что каждый год я его закрываю по много банок. Подавать можно как холодную закуску или как соус с гарниром. У помидора удаляю плодоножку и разрезаю на несколько частей. Помидоры лучше взять сливки или другие мясистые помидоры. Пропускаю помидоры через мясорубку и добавляю 6 столовых ложек растительного рафинированного масла. Перемешиваю, ставлю на средний огонь и периодически помешивая довожу до кипения. Пока варятся помидоры, подготовлю перец. Очищаю перец от семян, промываю и нарезаю произвольно. Мне больше нравится, когда перец нарезан не очень крупно. Кипевшее томатное пюре добавляю 1,5 столовые ложки соли и 6 столовых ложек сахара. Перемешиваю, довожу до кипения и варю 10 минут. Через 10 минут добавляю нарезанный болгарский перец. Хорошо перемешиваю. Перец должен практически полностью погрузиться в томатное пюре. Накрываю крышкой и варю 20 минут после закипания, периодически помешивая. Через 20 минут проверяю готовность перца. Перец должен стать мягким, но при этом он хорошо должен держать форму. Вот такой он получается мягкий. При этом форму держит. В кипящее лечо добавляю 5 столовых ложек 9% уксуса. Немного перемешиваю и варю еще 5 минут. Горячее лечо раскладываю в подготовленные стерилизованные банки, закрываю стерильными крышками, закручиваю, переворачиваю, укутываю и оставляю до полного остывания. Пока я выкладываю лечо в банки, огонь ставлю на минимальный, чтобы лечо все время кипело на медленном огне. Из 5 килограммов овощей у меня получилось 5 750-граммовых баночек лечо. Лечо получается очень вкусное. Густое или более жидкое регулируйте количеством перца и помидор. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!